Доброго времени суток. По поводу незалипающей магнитной елочки, бесконечная критика, когда ты ее сделаешь, все, у тебя не получится, злорадствуют, завидуют, ненавидят, просто мозг взрывается. Слава богу, есть очень большое количество число тех, кто действительно, ну, понимает и знает, что это будет работать, что я, как говорится, человек слова, если я сказал, что я ее сделаю, я ее сделаю. Так вот, яркий пример. Вместо того, чтобы верещать, что у тебя не получится, да то все, давай быстрее. Я понимаю, хотят, чтобы побыстрее, чтобы оно не работало. Вот человек не кричит, ничего, некто Отто. Вот, он просто прислал на автокаде, разработал чертежи, сам не поленился, представьте, вот посмотрите, вот мои кубики, которые я расточил, и он на автокаде, это графический редактор, он мне это все расчертил. Посмотрите, какую колоссальную работу он проделал. То есть вот это вот берете эти все чертежи, просто отправляете на 3D порезку, и вам вот эту вот вещь порежут, сделают и отправят. Можете себе представить? То есть действительно человек проделал титаническую работу, которую я просто, ну, для меня, конечно, это сложно, как это все он сделал, но тем не менее он не визжит, что давай быстрее, как это, что ты там ждешь, надо скотчем замотать. Я понимаю желание, чтобы оно не сделало, но я сказал, что я ее сделаю, значит, сделаю. Огромное спасибо вам, Отто. То есть специально видео снимаю для того, чтобы подчеркнуть, что есть такие люди, которые действительно готовы помочь. Как говорится, для меня это очень и очень, ну, как говорится, приятно. Люди есть, те, которые дали донаты, есть те, которые, как говорится, ну, даже тяжело представить. Они меня не знают и выслали деньги. Другие, то есть, взяли и вот нарисовали такой чертеж сложнейший. Ну да, может, для человека, который работает с этим каждый день, это не сложно, но для меня это вообще, я так смотрю, это ж сколько надо усилий потратить, чтобы это... Просто осталось взять, заказать, и все, вырезали, и будет вот такая вот прекрасная магнитная елочка. Вот так вот, спасибо вам огромное, Отто. Такое маленькое видео снято для тех подписчиков, кто верит в то, что я сделаю, помогает всячески, подсказывает. Я просто огромное-огромное спасибо вам выражаю. Благодарность, всем счастья, удачи и процветания. До свидания.